Рік тому у приміщенні Дніпропетровської облдержадміністрації відкрився центр допомоги учасникам АТО і членам їхніх сімей. Одна із головних його задач – виробити універсальні алгоритми, які дозволять швидко та без перепон вирішувати проблеми бійців АТО та їхніх сімей. Це і отримання посвідчень учасника бойових дій, і призначення пільг, надання земельних ділянок, медичної допомоги тощо. І також у центрі можна безкоштовно отримати консультацію досвідчених юристів та служби облдержадміністрації. Про роботу центру, досягнення за останній рік та перспективи поговоримо із гостями нашої студії – Іваном Начовним, радником голови Дніпропетровської ОДА, та Наталією Шулікою, координатором центру допомоги учасникам АТО і їх сім'ям. Добрий вечір нашим гостям. Насколько успела понять, центр существует при облгосадміністрації для того, щоб допомагати учасникам АТО решать проблемы с помощью облгосадминистрации. То есть те проблемы, которые должна решать облгосадминистрация, она же их и помогает решать. Вернее, те проблемы, которые создает обладминистрация, она их помогает решать. Давайте сразу определим, что такое центр помощи. Центр помощи юридически, да? Да. Центр помощи – это вспомогательный орган, который существует при Днепропетровской областной государственной администрации. Да. Это не юридическое лицо. Это такое, можно сказать, общественное формирование, в которое входят и волонтеры, и сотрудники обладминистрации, и участники АТО, которые нам помогают в данной ситуации, как волонтеры. И координаторами данного центра, когда мы создавали центр помощи участникам АТО, была поставлена задача каждому департаменту обладминистрации выделить сотрудника, который будет заниматься проблемами участников АТО. То есть, как происходило это год назад, сейчас это механизм уже отработанный, значит, как это происходило год назад? Обращается участник АТО в центр помощи. Например, у него проблема с получением льготы на коммунальные услуги. Мы связываемся с курирующим человеком в департаменте труда и соцзащиты, которая подключается и решает его вопрос. Точно так же есть помощники в департаменте здравоохранения, в департаменте по работе с правоохранительными органами, в департаменте, ну, во всех департаментах, в юридическом управлении, во всех департаментах есть ответственные за работу с участниками АТО. Если проблема сложная и требует вмешательства, скажем так, руководства области, тогда участник АТО может обратиться, написать обращение на имя губернатора. И проблема будет рассматриваться в комплексе каждым соответствующим подразделением. То есть если мы не можем ее решить вот сейчас оперативно. Да. То есть это и есть тот самый алгоритм, который я анонсировала, вот, взаимодействие. Да, да? Да, да, есть сотрудник верно. В каждой из служб, который отвечает за тему участников АТО и их семей. Хорошо, какие проблемы за минувший год вот были, и какие вам удалось решить, и какие невозможно решить? Ну, нет таких задач, которые нельзя решить, да, говоря языком. Да. Если говорить по перечню проблематики, с которой мы столкнулись, то понятное дело, что на первую и вторую волну выпала основная масса всех проблем, потому что они пришли на неоткатанную систему, на старые еще такие вот устоявшиеся связи, когда система сопротивлялась, меняться и всему остальному. Опять же, вот Наташа правильно сказала, благодаря тому, что есть воля сверху, да, и команда все поменять, все сделать так, как должно работать, чтобы участники АТО чувствовали себя комфортно именно в области, да, то нам система пошла на встречу, пошла меняться. Да. Понятное дело, что первые проблемы были, это получение статуса участников боевых действий. На сегодня мы можем открыто заявить, что такой проблематики нет, потому что 90% людей, которые к нам приходят, они этот статус уже имеют. А те 10, которые вот... А те 10, которые есть, это обычно какие-то нюансы, связанные уже, ну, с тонкостями в каждом конкретном случае. Кто-то забыл какую-то бумагу донести, кому-то военкомат не может никак дать какую-то отписку. И в этих случаях понятно, что в индивидуальном порядке включается цепочка общественника, включается цепочка участников, которые прошли все это дело, да, и получают... Всегда есть какие-то проблемы. Но это сложная проблема получить вот эти документы? На сегодняшний день это не сложная проблема. Все зависит от того, чтобы докупы собрать все бумажки, скажем так, из всех инстанций, да, и завести их в одно место. Это так пугает. Я представляю кучу бумаг из всех инстанций. Как везде это. Раньше это было, да, это было в наше время, там первая волна, это было очень сложно, действительно, потому что не было ответственных, была одна межведомственная комиссия. На сегодняшний день процедура настолько уже упрощена, что, ну, любой военкомат, РАЙ, да, он районный военкомат, он уже делает эти УБД сам.
для своих участников ОТО. Поэтому это есть. А вторая проблема, с которой люди обращаются, это была, понятное дело, земельный вопрос. И тот же там всякие волнения, которые проходят в городах и селах, да, они все в основном связаны с земельными вопросами. Проблема заключается в том, что люди немножко неправильно понимают то, что написано в законе про землю, да, и вообще во всех литературе. Опять же, может, с подачи журналистов неправильная подача. Давайте объясним. Тут не только журналисты, да, тут как понимают и как надо. Потому что вот человек приходит, да, в центр того, и говорит, не положена земля, стучит кулаком по столу, дайте мне ту землю, которая мне положена. Обращаясь к всем учасникам АТО, да, ми говоримо, що в законі чітко прописано, має право першочергового отримання земельної ділянки. Да, двох видів земельних участків, да. Не п'ять, як говорять ребята. То есть сначала, смотрите, сначала ребята не знали вообще ничего. То есть первая волна, земля, какая земля. Да. Потом с помощью юристов, с помощью тех же правовых каких-то групп, которые помогают участникам АТО, они поняли, что речь может идти о пяти видах земельных участков. Строительство, сельхозназначение, садивництво, дача и гараж. Садивництво – это дача и... Нет, это разные участки. Да. То есть все начали говорить, нам положено пять видов земельных участков. Открываем закон. По пять каждому. Да, по пять каждому. Открываем закон про статус ветеранов, в котором четко указано, что першочергове право забезпечення земельною ділянкою під будівництво. То есть уже как бы мы понимаем, что в этом подпункте закона речь идет о тех участниках АТО, которые не обеспечены собственным жильем. И то есть он там разделяется на две фразы. То есть которые стоят на квартирном учете, они имеют право на першочергове забезпечення житлом. Те, которые потребуют житла, да, то есть, улучшение, да, там, да, жилища. И они же, то есть эти же люди имеют право на першочергове забезпечення земельною ділянкою. А у нас сейчас где-то, извините, есть очереди на жилье, да? Есть, конечно. И слава богу, в прошлом году у нас благодаря, ну, той же самой субвенции из госбюджета и поддержки администрации, всей этой процедуры, которая сработана со всеми департаментами, у нас больше 100 квартир было куплено именно... Ну, это мы сейчас говорим о семьях погибших. О семьях погибших и инвалидов, да. То есть вот как бы было принято решение, что в первую очередь, и понятно, только да, это особые инвалиды. Категории. А вот если обычный человек, он вернулся со службы, и у него есть жилье, то есть он не имеет права Да, если не требуется, получается, ему выделение жилья, он не нуждается в расширении жилья, вот, то... Ну, это важный пункт, я думаю, что понимаете, 90% как бы, да, людей многие, многие, да, многие у нас и политики, к сожалению, они занимаются популизмом и говорят о том, что земля участникам АТО, вот, и поэтому вот пошла вот эта массовые заявления о получении земельных участков. Я ребят понимаю, то есть они это защищали, сложно, я согласна, они, да. Они действительно имеют право, ну вот, получить льготы. Те льготы, которые сейчас гарантированно работают от государства, это скидки на коммунальные платежи 75%, это единоразовая помощь к 9 мая, все участники боевых действий ее получают, это санаторно-курортное лечение обязательно раз в год. Участник боевых действий имеет право на получение путевки по направлению, которое ему выписывает медик. Там же тоже нужно, вот, наверное, миллион подтверждений медицинских каждый год. Абсолютно нет. Это справку он получает у своего семейного доктора, форма 070. То есть это те льготы, которые гарантированно работают. Бесплатное зубопротезирование. То есть есть целый перечень льгот, которые работают и которые действительно государство предоставляет. Земля, я бы сказала, что это достаточно спорный вопрос. А вот сегодня в городе было митинги были, да, с участием атошников и около обладминистрации, около горисполкома. Где сначала, где раньше, вы знаете точнее. Почему? В связи с тем, что они требовали землю. Да. В связи с тем, что они не знают вот этих вот особенностей закона, о которых вы сейчас сказали. Да, или в связи почему? С тем, что ребята просто, ну, сегодня было, ну, хорошее мероприятие, да, то есть порядка 30 человек собралось под стенами горадминистрации, а потом они дошли к зданию обладминистрации. Причем они пришли к зданию обладминистрации с требованием горадминистрации. И мы вот как бы на месте уже вот вышли там. Я вышел как советник главы областной администрации, да, там вышли там координаторы центра допомоги участникам АТО, вышли ребята с координатора центра единого окна, да, и мы уже на месте, когда, скажем так,
основной наплыв эмоций ушел, да, когда вот там, скажем так, назовем так, зачинщики, да, то есть те, кто uh-huh. больше кричит, они думают, как бы отошли, то со всей остальной группой мы уже поговорили, пообщались, объяснили, что, где, кто за кого отвечает, потому что основная проблема со всеми участниками ОТО заключается в том, что они, ну, не понимают, ну, кто за что отвечает. Да, и у кого что требует. Это не только их проблема, это проблема всех жителей Украины. Первичная задача Центра допомоги участникам АТО – это рассказать, что есть в законодательной базе, да, на что может претендовать участник АТО, куда ему необходимо обратиться для того, чтобы воспользоваться любым своим правом. Ну, то есть фактически вы, в общем-то, разъясняете и где-то даже опровергаете первичная юридическая ту ложь, которая звучит из уст высоких. Да, потому что вот с этими же ребятами... К сожалению, не все готовы слушать нас. Вот с этими же ребятами пришел, потом, как они сказали, к ним прибился депутат городского совета, депутат городского совета другого города, и он там заявился, чистым популизмом занимался, то есть там, ну так, на повышенных тонах. Их вот, наверное, подзуживал. Он кричал, да, что там, вот это власть, там, вот они. Я же говорю, а вы же депутат, вас же кто избрал? Я не власть, меня избрали люди, такие же атошники, я защищаю их дела. Я говорю, так вот, да, это вопросы к вам, ну, вы же власть, вы же землю даете. Это вы власть, я не власть. Я говорю, так, ну хорошо, а кто вас избрал? Вас куда избрали? Меня избрали во власть. Я не власть, ну, то есть сам себе противоречит. Это настолько было смешно. И потом он от нас отошел, и мы с ребятами уже спокойно поговорили. А получается так, что вот в данном случае этот человек, он манипулирует их мнением, он пользуется вниманием. Вот не будем говорить, манипуляция, там не было манипуляции, просто было внимание. Насколько легко убедить вот этих людей в том, что вот кто-то прав, кто-то не прав, и как нужно делать? Они, ну, как бы внушаемые этого, люди. Для этого и есть Центр допомоги участникам АТО, для этого и есть общественные организации, которые и занимаются тем, что помогают участникам АТО разобраться в существующем, ну, мире, назовем так, социальном. А в результате, если они не имеют права на первоочередное получение земли, ну, те, кто не имеют, они просто должны ждать в общей очереди. Смотрите, есть несколько путей решения данного вопроса. Угу. Если человек хочет, любой человек, если он хочет реализовать свое конституционное право на земельный участок, мы с вами, да, вот участники АТО, первое, что нужно сделать, это найти земельный участок, который вам интересен. Самостоятельно. Самостоятельно. Да, сделать хоть какое-то минимальное усилие. Угу. То есть вот ребята, которые пришли, они говорят, а мы знаем, вот там вот участок да, вот есть. Нашли, а мы знаем. И что? И они идут и куда-то пишут заявление? Да, вот там местное самоуправление. Если они хотят узнать статус этого земельного участка, то есть пусть он стоит заброшенный, но это совершенно не говорит о том, что, ну, что он не чей. Конечно, нужно узнать, чей он и вот, какого то есть, назначения. Для того, чтобы что-то получить, надо хотя бы что-то сделать. То есть не просто прийти и сказать «я хочу землю». То есть если ты хочешь землю, наш горсовет землю выделяет атошникам. У нас есть участок земли в Таромском, который был разработан, который был выделен, было проведено зонирование. 650 участков. Сейчас принимаются решения по выделению этой земли. Город же тоже, извините, как бы, ну, земля это конечный продукт, ее нет в таком бесконечном количестве. Да? То есть сейчас около 2000 ребят уже стоит в очередь на земельный участок. Именно в городе. В городе Днепропетровске. 2000, мы говорим да. город Днепропетровск, то есть 2000 ребят, которые хотят получить землю под строительство. 650 мы можем закрыть, выделив землю в Таромском. Если горсовет даст добро на то, чтобы документы все-таки пошли в работу. Ну, то есть нужна депутатская согласие, конечно. Да? То есть получается вот пакет документов был готов еще до прихода этой команды, которая сейчас у нас... Корует горсовете, то есть, насколько я понимаю, сейчас будем заканчивать, потому что времени уже нет. Главная проблема вот взаимодействие с местными органами. Да, то есть главное то, что, предположим, если мы как исполнительная власть со стороны администрации можем управлять всеми нашими подчиненными райадминистрациями, департаментами, да, и в ручном режиме даже сложные вопросы решать, просто если ты ничего не сделаешь, мы тебя уволим, да, то есть, ну, есть мнение, да, или есть команда сверху. То избирательные органы власти, они не подчиняются администрации. И тут только методом уговора, и почему мы говорим, что только через общественные организации, только через самих атошников можно чего-то добиваться. Ну, депутатам очень удобно говорить. Вот, с одной стороны, мы власть, а с другой стороны, мы не власть. Вот Но все решения лежат на их. Хочется, я же говорю, хочется донести до ребят, да, я понимаю, да, наверное, это обидно слышать, но есть права, которые они должны добиваться. Добиваться и идти к вам, значит, если нужно добиваться. Спасибо. К сожалению, времени нет уже. Спасибо за участие. Я ще раз дякую нашим гостям. Говорили про роботу Центру допомоги учасникам АТО і членам їхніх сімей. І продовжуємо.